Наши курицы гуляют. Петруча? Петруча? Целое стадо курочек. И молодняк тоже здесь гуляет. Вот один молоденький, красивой расцветки. Еще молоденькие. Там они все в траву забрели. Вот, смотрите. И вот там все в траве капушкаются. Вот красивый. А хвост торчком. А где ты, говорю, Владик, это которая без башки? Без гребешка на башке. Где-то тут гуляет, наверное, да? Без башки. А вот она, вот она. Нет, это не та. Вот это вот петушок молоденький. Уже голубей гоняет по огороду. Жду Егорку, сейчас будем картошку копать с ним. Ты красавица? Е, привет! Привет! Привет, моя хорошая! Иди сюда. И убежала. Ладно, ждем Егорку и идем копать. Смотрите, там целая куча. Ой, сейчас попробую показать. Меня все спрашивают, сколько у нас курей. Мы никогда не считаем, да, сколько они у нас. Ну, наверное, больше 30-то есть, да? Вместе с цыплятами. Видите, как все пасутся. Дела, помощники. Такие прикольные. Вот эта вот расцветка мне вообще нравится. Серенькие такие, пятнистые, пятнастые. Шкодные такие травку кушают. Вот рыженькая тоже курочка классная. Вот курочки. Вон, и все пошли туда. Петруча, надо Петруча закрыть, а то он сейчас будет лезть и мешаться. Сейчас будем копать картошку с Егоркой, будет мешаться. Да, Петруч, тебя закрыть надо? Гаденыш такого. Ну, вроде цыплят не обижается, смотри, да? Не обижает вроде цыплят-то. Ничего не это. Топинамбур, смотрю, там некоторые достают, клюют. Вон там курица достала и стоит, клюет топинамбур. Красавцы. Гуляют. Выпустили. Сегодня погода хорошая, поэтому выпустили и гуляют. Дождя нету, солнышко. Ветер только, да, холодный? А так вообще хорошо на улице. Сейчас Ваня оденется, пойдет маме помогать картошку копать. Только надо Петручу убрать. Остальные пускай гуляют. Ладно, пусть гуляют. Вы просили птицу показать? Я вам показала. Вон какие. Бегают. Ну, мы, ребят, не считали. Ну, наверное, больше 30-то точно, мне кажется, есть. Так что вот так. Там уже Ванечка вышел. Ванечка, иди сюда. Самый главный копальщик идет. Огород копать. Егор, закрой Петруча. О, самый главный копальщик пришел, да? Ты будешь маме помогать картошку копать? Да. Да, копать. Егор, иди по той стороне, закрой Петруча. А? А я там не сделаю, я тут-то... Ну все. Идем копать картошку, да, там. Ну, туда пойдем.
Так, дорогие друзья, копаем мы картошку. Вот сейчас вот этот вот участок, вот видите, вот туда и туда продолжение. Там Егорка копал. Я вот от этой кучки начинаю и вот этот вот весь участок выкопала и накопала уже 2,5 ведра. Вот здесь вот, знаете, хорошая картошка. Знаете почему? Потому что тут мы поливали ее. Докуда шланг дотягивался, мы ее поливали. И здесь картошка хорошая. А вот там вообще картошка плохая. Ребятишки играют. Егорка ушел кушать, а я дальше копаю. Вот потихонечку что-то делаем. Да. А что надо? Формат А4 можно на альбомном листе. Можно на плакате. Девочки уроки делают. Рисуют плакат. Чрезвычайное происшествие нам надо было в школу. Я обещала учителю, но времени нет, сейчас приходится картошку копать. Многие скажут, почему муж не помогает копать. У него проблемы со спиной, так как вы знаете, у него работа тяжелая. И он сейчас на уколах лечит спину. Прошу извинения, что телефон так делается. Я пытаюсь установить штатив, хоть что-то поснимать немножко, потому что времени нет, а люди ждут видео. Многие пишут, Настя, что видео нету, почему? Курочки гуляют, тут у меня ребятишки гуляют. Марина, Ваня, скажите всем привет. Привет. Ваня лечится, Ваня уже опять весь чумазый. Только его умыли, морковку давали. С грядки нащипали, морковки выдергивала, дала им. И вот так вот. Так, ладно, буду сейчас дальше копать. Постараюсь что-нибудь немножко вам поснимать. Чтобы хоть что-то было. Это вообще что-то в последнее время нет времени снимать. Добрый вечер, дорогие друзья, у нас уже вечер, время уже 7 часов вечера, мы топим баню, будем мыть детишек, завтра школа, садик и всякое такое. Огород все уже сколько смогли выкопали, сейчас я хочу заняться разделыванием куриц, у меня две курицы есть, буду разделывать их на суповые, на филейные, ну и на какие-нибудь наборы. Сейчас прежде чем делать, помоем руки. Приготовила два ножа, решила одеть перчатки после огорода. Руки немножко в мозолях, да что, и все равно немножко поранена, короче говоря. Заметила, что, ребята, где вот огород поливался, там картошка крупная, хорошая картошка. Я потом сегодня уже не знаю, пойду не пойду на летнюю кухню, покажу вам, какая там получилась картошка. И там больше картошки. Вот сегодня я 3 ведра выкопала, и Егорка 1 ведро выкопал. И вот так вот делаем. Сейчас я разрежу всю курицу на части. Вот такие вот тушка вот такая вот, хорошенькая, крупненькая. И буду сначала помою и будем разрезать. Сейчас
сейчас разрежу и приберу. У меня, по идее, есть еще мясо, но на всякий случай надо. Есть возможность, почему бы не купить мясо, да? Да, сейчас многие скажут: Настя, ты же экономишь. Ну да, вот так вот я экономлю. На продуктах не экономлю. Дорогие друзья, на продуктах я не экономлю. Так. Разрезаю на кусочки. Ножки, крылышки, филейная часть, суповой набор. И все, и будет все в деле. Ладно, сейчас я разрежу и потом вам все покажу. Так, дорогие мои, разрезала курочку. Сейчас попробую свет включить вот так вот. Тут у меня голени 4 штучки. Это от них тоже деталик от голенек. Тоже 4 штучки. Это будет все для запекания. Дальше крылышки. Крылышки я разрезаю на 3 части. Одна часть, вторая, третья. Видите, на 3 части вот таких разрезаю. Где-то для запекания. Вот эти вот обычно я в суп кидаю, в кончики. Дальше это косточки у меня пойдут на суп. И филе куриное. Это потом перемолим и сделаем, может быть, котлетки или что-нибудь еще. Сейчас я это все разложу по пакетикам и уберу в морозилку. Пока я тут нарезала, Светик мне уже приготовила пакетики. Нынче, видите, какие пакетики маленькие купила. Они, походу, для завтраков. И вот сейчас сюда уберу и филешечки уберу. И все поубираю. Потом, когда надо будет, достану. И все это буду готовить. У меня всегда, если есть возможность, я покупаю сразу мясо побольше и заготавливаю, чтобы у меня всегда было дома мясо. Ванечка, что случилось? Так, голени я тоже отдельно вижу. Что случилось, сыночек? Да. Так вот, голени тоже ложу по 4 штучки в пакетик. Лучше уж много пакетиков, чем все в одно. И просто завязываю. Так немножко утрамбую. И вот так вот оно будет лежать. Места мало займет. Дальше. Крылышки слаживаю тоже сюда, но не все. Вот эти вот отлаживаю для супика части. Они на бульон самое то пойдут классно. Вот так вот куриные эти крылышки. Знаете, все хочу запечь в духовке, куриные крылышки. Как же он рецепт, как он называется, терияки, что ли? Вот все хочу приготовить. Вот ремонт закончу, обязательно приготовлю. Детям уже обещала, что я их приготовлю. Значит, приготовим вместе с вами. Сейчас сложу от бедрышек, от ножек, то есть детальки. Тоже вот так вот в пакетике тоже завязываем и убираем. И суповые наборы. И все. И все это в морозилочку. И все это в морозилочку. Так. И в одну часть какую-нибудь вот эти вот крылышки. Я всегда по одному штучке ложу. Мне так удобней. Потом достал пакетик, выкинула все, чтобы не заморачиваться. Я уже знаю, что здесь один кусочек, но еще от крылышек сюда положила и все. Так, пакетиков света мало мне надо. И каждую детальку вот так вот. По идее, можно было сразу сварить бульон и заморозить. Но так как у меня пока морозилка маленькая, я этого не могу делать. Вот когда у меня будет большая морозилка, тогда мы с вами сразу это варить бульон и замораживать. А пока вот так вот. Приходится из-за того, что мало места. Ну ничего. Главное, что есть мясо в доме, что дети сытые. Мне кажется, это самое главное. Если кто со мной не согласен, конечно, можете написать. Хочу еще, потом будет возможность съездить на оптовую базу. Видите, была бы машина, было бы проще. Сел, съездил, закупил все, что надо. А так как у меня своей машины нету, нанимать тоже дороговато. И родственник, у которого одного была машина, сейчас он не ездит на ней.
Из-за этого я не могу его попросить привезти. Хочу рыбу купить. А там продает от 6 килограмм. Так, все. Мясо я все сложила. Сейчас идем морозилку убирать. Так, все, мои дорогие. Морозилку я забила. Вот у меня все это мясо лежит. У меня, по идее, морозилка вот полная, видите. Тут у меня и зелень. Тут у меня даже вон есть замороженные грибы. И перец вон замороженный. Рыбка есть, и сало есть, и печень. И зелень, и там котлеты, и курица еще, и крабовые палочки, масло. Все, по идее, есть, потому что некоторые просят показать, что у меня в морозилке. Вот, показывают. Там еще цельная курица. Я просто одну цельную положила. Может, где-то просто запекать буду. Тут тоже еще грибы. Там грибы еще замороженные. Видите, морозилка маленькая, поэтому я не могу много наморозить. Тут у меня все уже путем ничего не влезет. Сейчас вот это вот подмерзнет получше, поровнее, чтобы было как-то. И потом я постараюсь там еще немножко утрамбовать и еще что-нибудь купить, чтобы у меня морозилка вообще полная была. Все, положили все мы с вами в морозилку. Сейчас тарелочки приберу. Потом надо будет детишек мыть в бане. Потом надо будет мне посуду, и сегодня куча опять стирки у меня. Куча просто стирки. Буду стираться, буду прибираться. Вот такой вот, ребята, наш был день. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Я постараюсь опять сделать отдельное видео вопрос-ответ, чтобы там Светик поправила шторки, чтобы свет не попадал, чтобы ответить хоть на какие-то ваши вопросы. Потому что, понимаете, пока времени нет, приходится и огород копать, и домашние дела, тут же и ремонт, и все в куче, и вообще к вечеру просто. Ну ничего, женщина, мы народ сильный, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ну и всем спокойной ночи, всем пока-пока.